Для того, чтобы возможно было определить, а какой электродвигатель можно отнести к зеленым технологиям, была придумана так называемая шкала энергоэффективности электродвигателей, где E1 – это минимальный показатель, E4 – максимальный. Если мы посмотрим на те электродвигатели, которые используются сегодня во всем мире, станет очевидно, что абсолютное большинство таких электродвигателей имеют самые низкие классы энергоэффективности E1 и E2, что, конечно же, является очень большой проблемой для нашей экологии. Какое решение здесь предлагает технология совмещенных обмоток «Славянка»? Дело в том, что те электродвигатели, в которых используются совмещенные обмотки, имеют наивысшие классы энергоэффективности E3 и E4, что подтверждается как исследованиями, так и практическим применением этой технологии. Это означает, что если технология совмещенных обмоток будет использоваться по всему миру, мы сможем решить, казалось бы, нерешаемую задачу, снизим потребление электроэнергии и, соответственно, снизим ее выработку и отрицательное влияние этой выработки на окружающую среду. Кто-то спросит, ну неужели нет других технологий, которые позволяют сделать электродвигатели класса E3 и E4? Ответ – да, конечно, такие электродвигатели есть, но они используют другие технологии. В итоге мы получаем, казалось бы, те же двигатели, но иногда они до 10 раз дороже и, как правило, больше по размеру на фоне электродвигателей с совмещенными обмотками. Именно поэтому сегодня так много компаний и стран обращают на технологию совмещенных обмоток «Славянка» свое внимание. В частности, сегодня нас поддерживает как правительство города Москвы и России, так и правительство Китая, где наша технология также широко известна. Хочется отметить, что сегодня все гоняются за той технологией, которая позволяет делать дешевые электродвигатели класса E3 и E4. И та компания, которая сможет предложить рынку такие электродвигатели и станет новым лидером этого рынка. Сегодня наша команда делает все для того, чтобы этой компанией стала компания Sovelmash. Для того, чтобы это стало возможным, уже сегодня строится инновационный центр Sovelmash, в рамках которого команда Дмитрия Александровича сможет разрабатывать и проектировать самые разные электродвигатели с технологией совмещенных обмоток. Если вам интересно узнать больше информации об инновационном центре Sovelmash, проекте двигателей Дуйнова и технологии совмещенных обмоток, переходите на наш официальный сайт, ссылка есть под этим видео, а также подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие ролики.